Поздорово, уважаемые! Недавно я захотел сделать себе яичницу, и вот что-то взбрела в голову мысль заснять этот процесс. Я покажу не то чтобы истинно правильный способ, как это делать, просто хороший, просто как это делаю я. Элементы для сотворения, думаю, никого не удивят. Это классическая кухонная утварь, 2 яичка, масло, соль, перец и стакан минералки за ваше здоровье. Раскаливаем сковородку на максимальном огне и заливаем ее растительным маслом. Маслом. У меня оно с базиликом. Дальше нужно масло распределить, потому что редко какая текстура, редко какой сковороды позволяет маслу свободно растечься. Добавить к этому возможную неровности плиты и сковороды. Сделано это для чего? Яичница будет равномерно прожарена, не пережарена в некоторых местах, и она будет очень легко отходить от сковородки. Ждем, когда масло раскалится, и добавляем соль. И казалось бы, нахрена это нужно? Яичница будет, ну, по ряду причин, намного вкуснее, если ее солить немного с одной стороны, а понемножку с обеих. Далее разбиваем яйца, и чтобы желток был целый, лучше помогать себе ножом, ведь чем монолитнее будут две скорлупки, тем больше шансов, что желток останется невредимым, то есть там на скорлупе не будет острых углов. А мне кажется, в хорошей яичнице желтки это чуть ли не главное. Сюда же колбаску и располовиненный чеснок. Он придаст аромат, и сам по себе жареный, конечно, очень вкусный. Дальше, короче, вообще самый главный момент, из-за чего я это видео и снимаю. Накрываем все это дело крышкой. Для чего? Я вот эту вот белую слизь, ну это, собственно говоря, белок, не люблю, когда он остается непроваренным, непрожаренным. Поэтому, совершив простейшее действие, просто накрыв крышкой, вы желток оставите жидким, а белок полностью приготовившимся. И именно после снятия крышки стоит все это дело поперчить. Ну и собственно говоря, элегантным движением, без использования лопатки, блять, ладно, с использованием лопатки, элегантным движением мы всю нашу яичницу помещаем. Так, вот такое вот у нас получается дело. Ну, она уже подсела, конечно, пока я здесь все это дело снимаю. Она уже, конечно, подсела. Вот, я еще люблю добавлять, знаете, вот так вот ложечку немножечко аджики. Чуть-чуть аджики. Конечно же, нарезать хороший хлеб. Свежий. Свежий хороший хлеб. Вот, уже готов как бы отправляться в бой. Немножко, пока она горячая, мягкого сыра сюда. Вот такие вот дела, чтобы он подплавился. Вот так вот. Налить, конечно же, молока. Наливаем молоко. Вот. И, собственно говоря, уплетать. Вот, я вам даже показываю, да? Вот он желток. Вот он. Look at this. Понимаете, о чем я? Я беру вот так вот свежий хлеб. Вкусный, разламывающийся. Я делаю вот так вот. Это просто прекрасно. После этого хочется сразу же чесночка. Блять, ебаный чеснок упал. Ладно, вот второй. И в аджику макнули заодно.
Он как бы приготовился, еще немножко свежим остался, кайф. Потом берем вот так вот. Вот так вот кушаем это все дело. Посмотрим на дно, да? Какое у нас получилось дно. Вот, поджаристое. Просолено, понимаете? У вас какой стороной на язык попадется, там и вкус. Соль. Просолено. Очень классно. Сырок. Очень классно. Мой сегодня реально первый прием пищи, поэтому я даже особо не могу нормально ни о чем рассуждать. Я просто дико хочу есть. Вот так вот берем, все это заворачиваем вместе с сыром. Вот так вот. Хорошо. Просто хорошо. Маслице тоже можно вымокать. Второй желток вот так вот. Ой, красота. Вот так вот. Классно. Он даже чуть-чуть немножечко подприготовился больше, чем нужно. Как это хорошо, а? Очень классно. Бесподобно. Короче, в чем суть этой яичницы? Вот как я ее готовлю для себя. На масло. Соль. Раскалить масло. Разбить аккуратно два яйца, чтобы желтки оставались целыми. Посолить сверху, закрыть, дождаться, когда побелеет пленка на желтках. Ну вот только-только, и сразу же снимать с огня. Только после того, как сняли крышку, поперчить. Вот, добавить топпинги, какие вам хочется. И кушать. Это классно. И вкус от того, что ты посолишь снизу еще, он совершенно другой, понимаете? Соль — это естественный усилитель вкуса. А когда ты ешь яичницу, ты можешь ее положить лишь на одной стороной, да, как бы, одной плоскостью, где, может быть, не будет соли. А если ее по чуть-чуть с обеих сторон, это намного круче. Плюс она поджаристее получается. И еще лучше отстает от сковороды. То есть прям полный кайф. В общем, всем спасибо, это было очень круто. Ух, как...
кайфу. В общем, с вами был Данил, и мы скоро увидимся. У меня еще, блин, видос, я гуся сделал, и я его не замонтировал до сих пор. Капец какой-то. Ладно, увидимся.